Многодетных Багровых наша съемочная группа застала во время прогулки по парку. Проводить время на свежем воздухе семейство любит в полном составе. Мама Татьяна отмечает, ее близкие – это самое важное в жизни. Моя семья – это моя жизнь, это мой воздух, мои дети. Свободное время мы стараемся, конечно, проводить с детьми. Это отдых. Также мы выезжаем, либо это парк, либо это развлечение, либо это аквапарк. Ну, это всевозможный отдых. Все свободное время мы проводим с детьми со своими. Старшей Валерии 16, среднему Артуру 12, а младшим Родиону и Ангелине 7 и 6 лет. Все ученики второй гимназии. Татьяна и Андрей Багровы занимаются бизнесом и уверяют, между детьми и работой они никогда не выбирают. Первое всегда в приоритете. Тем временем дочери и сыновья отвечают родителям тем же. Я люблю свою маму, она красивая. Вместе мы можем играть там в лего, в игры там всякие, там, в прятки, может быть, догонялки, можем на улицу сходить. Маму лучше, блин, не знаю, нету больше. Пап то же самое. Я считаю, что моя мама большой молодец, потому что нас у нее четверо. И я не представляю жизни без них всех, без детей, без родителей. У Багровых, к слову, все обязанности распределены между каждым. Это маме Татьяне Геннадьевне позволяет не только успевать везде, но и уделять время себе, танцам и спорту. Во всем помогает и поддерживает муж Андрей. Я их всех бужу, мне кормлю завтраком, развожу по школам, возвращаюсь назад, а дальше по запланированному графику. Ну, то, что любящая жена, это и так понятно. Если бы не любила, наверное, такой толпы и не было, и нас бы не было вместе. Так же, как и я ее. Сами родители о четверых детях, признаются, никогда не мечтали. Росли в традиционных семьях, где сын и дочка. По воскресеньям Багровы посещают церковь и убеждены, что их дети в первую очередь должны вырасти достойными людьми. Валерия, кстати, поет в хоре, а Артур добился высоких результатов в турнирах по шахматам. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.